Всем привет! Иногда на автомобилях перестает работать блок ABS. Вот данный блок. При этом при включении зажигания мы слышим такой вот пищащий звук и на основном табло видим предупреждающий знак. Это означает то, что система ABS неисправна, при этом тормозной путь автомобиля существенно увеличивается, также не будет работать система стабилизации. И в данном случае блок управления ABS на связь со сканером не выходит, соединение не установлено. Неисправность блока управления системы ABS, как правило, связана с контактами в самом блоке управления. Внутри контактная пайка и просто от времени провода начинают отваливаться. Ну что ж, попробуем разобрать и починить. Для того, чтобы снять блок управления ABS, необходимо открутить 6 винтов. Доступ к ним, конечно, очень неудобный. Находятся они по периметру блока управления. Снимаем. Винты по периметру откручены, сейчас можно снимать сам блок. Сейчас необходимо вскрыть крышку блока управления. Для этого ножиком аккуратненько подрезать по периметру самой крышки. Особое внимание с этой стороны, потому что именно вот спереди, с этой стороны, находятся очень тоненькие контакты. Поэтому подрезаем со всех сторон, отсюда и до сюда, а вот тут уже будем практически обламывать. Скрываем. Блок управления ABS скрыт. Видно, как тут все нежно. Вот снизу контакты алюминиевые, ножки. Они идут на клапана, который управляет системой ABS. Сверху очень тоненькие золотистые ножки. Их практически вообще не видно. Их видно только под лупой. Они идут на, в том числе на датчики ABS. Проблема, как правило, в том, что вот эти вот ножки, которые алюминиевые, они отходят от платы, они просто обламываются. Ну что ж, сейчас пробуем найти, в чем здесь причина. Причина найдена, причина в принципе стандартная. Вот эти вот два контакта, они отломаны от мест пайки именно на контактной группе спереди. Вот я их приподнял, видно, что они вот уже висят в воздухе. Поэтому их будем убирать и туда впаивать медные проводники. Проводник восстановлен. Конечно, паять очень непросто, потому что вот эти толстые проводники еще можно спаять. А вот рядышком находятся очень тоненькие золотистые. Их, в принципе, тоже можно спаять, если даже не оторвутся. Но вот если золотистые проводнички оторвутся от микросхем, то блок сразу придется выкидывать. Спаять можно, отремонтировать можно, поэтому лучше, конечно, попробовать. Защитную крышку клеим на автомобильный герметик Victor Reigns. Проверяем. В блок ABS мы зашли, ошибок нет. Ну что ж, это уже радует. Сделали пробный заезд, система ABS работает. Вот так, друзья. Все это можно починить, поэтому пробуйте. Всем спасибо и удачи.